12 градусов, товарищ старший лейтенант. Мало? Да. Ну, мало, двух обогревателей для такого помещения. А больше нет. Все, принесли все, что могли. Ну, так еще же не вечер, товарищ старший лейтенант. Да, кстати, у Соколова, говорят, какая-то идея была. Ну, так я же говорю, еще не вечер. Ладно, ладно, занимайтесь. Так, так, бойцы, живее, живее. Слав, это что такое? Это практически стеклопакет. Полная тепло- и звукоизоляция. Да? А внутри что? Внутри, по идее, вакуум должен быть. В голове у тебя вакуум, Слав. Ты зачем рулон за стекло замуровал? Виноват, товарищ сержант. Я это не заметил. Не заметил он. Значит так, Слав, сейчас ты его достанешь, не нарушая изоляции. Как это? Как это? Как Дэвид Копперфильд. Пройдешь между стеклами. Понял меня? У меня не получится, товарищ сержант. Я крупнее. А если не получится, пройдешь через пакет нарядов. Ты понял меня? Так точно.